Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Jump Every Second. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и, в принципе, можете выходить. А далее заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита. И скачиваем любой предложенный, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике будут показывать Splash. А далее, копируем название. И смотрите, название нужно копировать без плюс один. Потому что если вы скопируете, то, к сожалению, сайт не сможет найти этот скрипт. То есть он есть на сайте, но, как видите, он не ищет. Нужно именно копировать без плюс один. Тогда у вас получится найти этот скрипт. И вот, как видите, скрипт нашелся. Отлично. Значит, я на этот режим нашел только один скрипт. Были и другие скрипты, но я не смог на них найти, получается, ссылку, как их получить. Вот. Ну, этот скрипт, кстати, самый лучший из всех, которые существуют. Если какие-то скрипты еще добавятся, то, естественно, их добавлю на сайт. Значит, что нам нужно? Нажимаем на кнопочку «Скачать». Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Потом заходим в игру, открываем чит, заходим в настройки, включаем функцию Fix Kick Error. Включаем функцию Fix Kick Error, если она у вас не включена. И выбираем DLL от CRNL, потому что с этим DLL лучше всего работает и никаких проблем. Но, к сожалению, он используется с ключ-системой. Сам DLL. Так, значит, дальше нажимаем на кнопочку Inject. Ждем, пока мы с вами заинжектимся. Так, какая-то ошибка. Давайте еще раз нажмем. Ждем. Вот, сейчас получилось, отлично. Ага, мне нужно получить ключ. Окей, давайте я сейчас быстренько ключ получу. В принципе, видео еще прикреплю, как получать ключ. Вы его посмотрите, там сложного ничего нету, я думаю, поймете. Так, все, я получил ключ. Далее вставляем в это окошко, которое открылось. Нажимаем Enter. И, как видите, происходит инжект. Отлично. Дальше. Копируем скрипт заново. Заходим в игру. Вставляем скрипт в сам чит. И нажимаем кнопочку Xcode. Все, вот он, скрипт появился. Довольно простой. Значит, первая функция — это автофарм побед. Вторая — это бесконечные прыжки. И третья — анти-авк. Это чтобы у вас не вылетело. То есть по истечении 20 минут, если вы ничего не делаете, скрыл у вас вылетит. Но с помощью этой функции у вас вылетать не будет. Давайте проверим Infinity Jump. Да, Infinity Jump, как видите, работает. Отлично. Я могу на любую абсолютную высоту прыгнуть. Так, и теперь я, скорее всего, не приземлюсь. Давайте сделаем ресет. И давайте пойдем на, допустим, последний остров. Хотя нет, давайте я вам здесь сейчас покажу, потом пойдем на последний. Значит, включаем функцию AutoFarmWins и смотрим, что происходит. Как видите, буквально за несколько секунд у меня начисляются победы. То есть я абсолютно ничего не делаю, и мне прибавляется каждый раз по 10 побед. Очень круто. Так. Сейчас последний раз.
Получу, все, отлично, выключаем функцию. Далее идем на самый последний остров. Он, по-моему, доступен, если у вас есть 200 побед. Сейчас посмотрим. Так, да, все, отлично. И теперь давайте включим эту функцию здесь. Эта функция работает абсолютно на любом мире или локации. Короче, где вы находитесь, оно везде будет работать. То есть, либо на начальный, либо на последний, вот как я сейчас нахожусь здесь, у вас все равно это будет работать. Независимо от того, где вы находитесь. Так, все, в принципе, можно выключить. И теперь давайте попробуем потратить эти победы. Вот есть яйцо. Это вроде бы как самое дорогое. 20 побед стоит. Нажимаем кнопочку Е. Как видите, победа у меня тратится, которую я заработал с помощью скрипта. И мне выпадают питомцы. То есть все отлично и прекрасно работает. Редкого у меня никакого не выпало. Да. Так, давайте еще раз откроем. Тут эволюция вроде бы есть. Да. Все, скомбинировали питомца. Теперь он золотой у нас. Можно еще одного сделать. И как видите, все работает. То есть победы настоящие. Их можно тратить, открывать питомцев и дальше прокачиваться. Ну, в принципе, вот такой прикольный скрипт я для вас сегодня нашел. Напомню то, что ссылочка на мой сайт будет, как всегда, в описании. Пользуйтесь им. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.